Более-менее. Это не корова, это пивозавр. Да, это пивозавр. Самый настоящий пивозавр. Да. Вот светленькая, вот темненькая, все. А где очень темненькая? А кстати, здесь где-то корова ходила еще. Да, надо познакомить. Нет. Кусаться нельзя. Thank you.
Ладно, больше не тискаю. Отлично выступало. Хорошо выступало. Все. Увидимся. А ты когда успел птицу обезглавить? Топором. Ну, она летала вокруг. Курлык. Я откинула на лоб. Понятно. Отличный лоб. Вкусная была. Чудно. Правда, мало. Один кость. Ну а теперь перейдем к итогам мероприятия. Несмотря на то, что никаких вестей по поводу проведения Русфуренции нет, Any Fury Fest можно считать хорошей альтернативой этому мероприятию. Пускай это не конвенция, а дебютный фестиваль пушистой субкультуры. На нем можно было увидеть своеобразную ярмарку мастеров и художников, аукцион различной атрибутики, фурсет-дефиле, викторину и конкурсы. Мероприятие оставило положительные впечатления, разве что подкачало место проведения. Хотя для первого раза вполне неплохо. Дорогие организаторы, если вы это смотрите, попробуйте поработать над местами проведения и придумать дополнительные конкурсы с призами. Как вариант, можно добавить коврик для мыши, маленький плакатик, канцтовары, фигурку талисмана, ну или еще что-нибудь. Ведь вы уже собираетесь провести его осенью. Думаю, что Any Fury Fest к этому времени по количеству участников, художников, торговцев и крафтеров может вырасти. Ну а также в дальнейшей перспективе или отдаленном будущем попробовать выйти за пределы столицы и провести фестиваль в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и прочих крупных городах страны. Ведь и там же есть Фури. Пускай и весь движ происходит именно в Москве. Но вот как-то так. Выражаю благодарность организаторам мероприятия. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями в сетях, переходите по ссылкам в описании на группу во ВКонтакте Комрад и Ко, Дискорд-сервер, страницу Бусти, где вы можете по желанию поддержать канал, ну и а также в Телеграм. Вот такие дела. Не скучайте!